когда теперь дальше, как всего? Завтра второй день съемок. Ага. И вечером лечу. В общем, я, короче, путем никого и не увижу. Да там проблема в Крыму с этой дачной амнистией. Надо до 1 числа сдать документы. Ага. А там же очереди, там же сейчас давка. Так что мне надо. Я бы, конечно, еще в Москве бы поболталась бы. А здесь вот где будете жить? А на Рыбе. Мама тут, и сестра, и друзья. Ой, сейчас, да. А вы как собрались переехать? Я просто хочу. Я вот так говорила, думаю, интересно, вот я так смогу не дошли. Вот прям ни от мамы я не могу уехать. И вообще как-то вот мне страшно. У меня такая мама. И соседка сказала, от тебя дочь сбежала на крайне северной. Так что ты Москву я никогда не любила. Ну, я тоже могу сказать, что я ее прям люблю. Ну, ты родился, там пригодился, наверное. Ой. Я уже устала идти ровно. Слушай, да. Я так хочу и курить. Мне хочется курить, мне тоже. Они меня сейчас еще куда-то повезут. Да, куда-то еще. У вас на целый день. Я не знаю, насколько, но это все. Так, где курить-то? Вот и я там. Ну вот Москва. Вещи мои возят, ребята. А я так и буду с этим ходить микрофоном? Ну пока да. Ну, пока хотите, да. Он мешает? Вперед, сейчас мы поедем. Мешает? Да нет. Мы приехали в Ашан. Я здесь ни разу не была, но надеюсь, наверное, сейчас найдем все, что нужно. Ой, не выспалась я сегодня в поезде. Спать хочется. Тележку берем или как? Я не вижу. Вообще-то очень плохо вижу, даже в очках. Я буду долго ходить. Что нужно? Итальянские травы? Ой, да что, перца что ли нет черного? Думаете, есть? У Любаши есть, конечно. Бросьте, давайте травы найдем. Давайте, да, травы, хорошо. Так, они, наверное, может быть, где прованские, ну, там вот и итальянские. Так. А вот французские травы. Итальянские травы. А нам нужны итальянские вот они, травы. Вот да, они. Вот, ага. Итальянские травы. И вот, да возьмите прям вот итальянские травы возьмем и возьмем перчик еще просто тоже молотый какой-нибудь. Вот такой вот возьмем прям. Угу. Вот так, оттуда, да, иду? Вот мы ее и берем. Замечательно, в горшочке. Ну что, закончился первый день съемок, слава богу. Теперь еще завтра. Ну, вообще интересно. Прикольно так. Ребята такие хорошие. Правда, что там потом останется от всего снятого? Посмотрим.
радость тут прошла на этих электричках. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я в Москве. У меня сегодня встреча с Любашкой Саранчой. И сегодня второй день съемок на Пятом канале. Так что день ответственный. Не знаю пока, что говорить. Сейчас вот приеду и начнем что-нибудь говорить. Ты мой дорогой, здорово. Пойдем. А у меня даже слов нету. А что такое? Это наш с тобой салфетки. Это я зашла просто, Любань, взять салфетки, а то салфеток нет. Пойдем. Я не верю. Я не верю. Я тоже не верю. Пойдем, моя дорогая. Пойдем. Ой. Борька мне... Ой, а у меня снимает все еще. Борька мне говорит, я Любашу сейчас дождусь, а потом говорит, я вас оставлю. Ой, молодец, Любочка. Я тебе сейчас расскажу. Надо выйти пока. Ой, какой у Любаши цветок, я такого даже и не видела. Люба, я все время забываю, как он называется, ты понимаешь? Все время забываю. Мне говорят, а я забываю. Склеротичка. Вот, по квартире похожу. Ходи, ходи. Боря побритый. Да. Красивый мужчина. В кои веки. Ну, так-то я все видела. Ну, а что? Хоромы. Боря. Хоромы. Ну, а что, у него с юмором-то все хорошо. Ой, высоко. Высоко. В первый раз, когда тут очутились... Высоты я боюсь, поэтому да? Балкон вышел, думаю, о, нет. Ну, а жить-то привыкли? Ну, если уже... балкон не уходить, то нормально. Да, ты высоты так боишься? Боюсь, с детства. У меня что-то сделать на высоте, это целая история. Вот она, лапочка ходит, лохматенькая. Да, про тебя говорю, да. А я тоже высоты боюсь. Ужасно, Любашка. Да? Угу. Очень-очень. Ждем товарищей с телевидения. Да. Меня, Маришка, мне, звезда ты наша. В одном доме со звездой живу. Надо таблетки убрать, Ваня. А то киношники подумают, к больным приехали. Я, короче, у тебя на подхвате. Знаешь, вот это вот... Дай то, иди нахрен, не мешай. Это они тебе сказали, да? Нет, я так. Потому что ты такая более энергичная. Да, конечно. Сейчас посмотрим. Сейчас я ничего придумаю, посмотрим. Вот они, Пятый канал. Вот они, застряли. Здравствуйте. Проходите. Любочек, проходите. Любаш, я на кресло твою кружку повешу. Ага, да. Я тоже. Это продукты не забыли, ребята? Ну нет, вон. Гипси. Да, не говори. Пошли. Ну что, Любаня, пойдем готовить? Пойдем. Слушай, я это блюдо никогда не готовила, Любаша. Поэтому ничего. Только... Все бывает в жизни в первый раз. Будем готовить вместе. Да. Так, пожалуйста. Ну что, мои хорошие, Любашка приехала в гости, и мы с ней решили приготовить очень модное, да, Любаня, блюдо? В этом году. В этом.